Любая выставка всегда эксперимент. Птичий двор раскрывает образ птицы как нечто красивое и загадочное. Экспозиция «Птичий двор» необычна уже своим названием. Птицы всегда были частью искусства. В галерее представлено более 60 шедевров, написанных в разные столетия и в разных странах. Это позволяет разглядеть всю трансформацию богатства птицы как важного образа в произведениях мировых и современных мастеров. Еще в 17 веке известный голландский художник-анималист Мельхиор де Хандекутер изображал птиц в своих картинах. За это его прозвали «Птичьим Рафаэлем». В своих произведениях он четко передавал характер образов героев, их особенности и повадки. Хандекутер изображал пернатых виртуозно и во всех красках, подчеркивая детали. Это ведь не просто изображение птиц, которые помещены на полотне нарядно, красиво. Это характер. Для него было принципиально важно, чтобы это были разные виды птиц, которые выражали разный характер. Для него было важно построение всей этой компании, для того, чтобы максимальная выразительность была. Все работы символичны и раскрывают птицу как знак зарождения жизни. А способность птиц парить высоко над землей не дает покоя разуму человеку уже давно. Идеи полета и преодоления бренности воплощал в своих работах и Леонардо да Винчи. Но самое главное, птица – это символ свободы, и то, как человек соотносит себя природой через ее образ. Идею единства природы и человека, птицы и человека. То есть мы возвращаемся к здесь идее о том, что выставка птиц, она получается не только про птиц, но и про человека во многом, про его мироощущение, как он выражает через эти образы себя. Авторы подошли к созданию выставки нестандартно. В экспозиции гармонично сочетаются шедевры, выполненные в кардинально отличающихся друг от друга техниках. Ярко выделяется работа художника-скульптора Виталия Ватагина. Фигура грифа из дерева выполнена очень реалистично. Эта работа по праву считается жемчужиной фонда галереи. А для придания наибольшей яркости художники нередко писали на своих картинах экзотических птиц. Так «Птичий двор» украшает полотно волгоградской художницы Марии Мелиховой, которая отсылает нас к шедевру Михаила Лариона Ларионова «Павлины». Работа над полотном завершилась накануне открытия экспозиции. Мне кажется, очень ценно и то, что современный художник Мария Мелехова приняла участие в создании этой выставки, вступила в диалог с шедевром из нашей коллекции, полотно Михаила Ларионова. И мы бы были, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы сегодняшние художники, молодые мастера каким-то образом актуализировали произведения старых мастеров и тем самым, может быть, сами чему-то учились и совершенно по-новому давали возможность прочувствовать красоту старинного искусства. Монохромная черно-белая графика, приближенная к компьютерной, скульптуре и декоративно-прикладное искусство. Каждый посетитель найдет для себя что-то интересное. Уникальность выставки порадует как детей, так и любителей анималистического жанра. Ценители искусства смогут насладиться шедеврами, выполненными в технике ксилографии и афорта. Последние графюры наносятся на металл с применением азотных кислот. Погрузиться в птичий мир, созданный художниками, волгоградцы смогут до 6 сентября. На входе в галерею при себе по всем правилам необходимо предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании давностью не позднее, чем 6 месяцев, и документы, удостоверяющие личность. Надежда Пешехонова, Валентина Конышева, Анатолий Чернышов, телеканал «Волгоград-1».